Привет, друзья. Такая тема. На днях мы заправляли токарные масленочки. Сегодня заправляем слесарную масленочку. Вот такая красота. Сделал специально для обработки листового металла электролобзиком. Внутри находится масло. Здесь поршенечек, кнопочка. Здесь под колпачком кисточка. Как оно работает? Перевернули, нажали на кнопочку, и под давлением масло пошло туда, куда надо. Очень экономично, не мажется, не капает, не брызает. Работать одно удовольствие. Значит, как мы ее заправим? Вот здесь у нас емкость с маслом. И здесь у нас вот такой переходничочек. Сейчас мы открутим кисточку. Кисточка запасная для моих масленочек. Теперь мы эту накрутим вот здесь. Чик, чик, чик-чирик. И это накрутим вот здесь. Мелкая резьба, мелкий шаг, долго крутить. Теперь мы это дело переворачиваем и нажимаем на вот эту вот кнопочку. Нажать можно об стол. Раз, два, три. Теперь переворачиваем. Немножко нужно подождать, чтобы масло стекло, чтобы не испачкаться. Теперь открутим вот здесь сначала. И это мы протерем. Вот у нас для этого специальная тряпочка. И накрутим вот это вот, вот этот вот колпачочек. А колпачок я сделал зря. Колпачок вот здесь, видите, пережимает вот эту вот щетину. Оно отлично было и без колпачка. Стояло на подставочке. И все было окей. Колпачок сделал для выпендрежа. Так, это сюда. А вот это вот. А вот это вот сюда. Так, подтираем. Нужно было выкрутить вот этот винтик. Я так думаю. Это сюда. Это сюда. Чик. И это вот сюда. Вот такая красота. На сегодня все. Ставим пальцы. Всем пока.